Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Всем привет, ребят. Мы тут недавно пообедали, убираю со стола. Все убежали в школу. Точнее, Макс остался, у него сегодня в обед нет школы. Я хожу такая сонная, что выспалась, но почему-то сонная. Сегодня дождик у нас, пасмурно. Где твой Филиппок, дружок? Филька, у Фильки, кстати, все хорошо. Конфетки у нас тут остались, которые я привозила, но их уже немного. Барбариски остались, такие маленькие, сосательные. Вот, все остальные уже слопали. У Маргоши, кстати, недавно было день рождения, 18 октября. Мы не отмечали, потому что решили, как и в прошлом году, отметить в субботу вместе с нашим папой. У него 21 октября день рождения. Получается, завтра. Завтра к нам придут бабушка, дедушка там. Еще, может быть, кто-то. Решили отметить вместе, чтобы не готовить два раза. Чтобы гостей два раза не приглашать сразу в один день, и все. В принципе, Маргоша не против. Поэтому подарочки она получила. Ее поздравили, а гости придут завтра. Смотрите, какие чудесные розочки, красивые. Это спасибо Даше. Она ведет фан-группу Маргарита. Вот такие вот цветочки она передала. В основном дарили денежку. Спрашивали, чего она хочет, сама она не знает. Ну, раз она не знает, то лучше подарить деньги, чтобы потом она, может быть, что-то и захочет, и сама себе купит. Сегодня мне нужно будет сделать торт на завтра. Вот он, дружок. Филька себя чувствует хорошо. Нам еще нужно сегодня пойти на одно родительское собрание Ксюши в школу. Первый раз за столько лет. Буду делать медовик, как всегда, по запросу нашей именинницы. В два раза больше я беру пропорции. И буду потом заварной крем делать. Я вернулась к своему вязанию. Вяжу потихоньку. Котик недоделанный я еще вязала перед отъездом. Сейчас я вяжу подарок нашему папе. Он у меня очень просил. Он очень любит ленивцев. Вот я голову уже связала. Осталось связать тело. Ручки, ножки и все, и готов. Такая вот. Так что сегодня мне нужно обязательно довязать. Потому что вот, чтобы завтра его подарить. Маргош, я тоже связала мишку. Теперь всем буду дарить вязаные игрушки. Вот такого мишку я ей связала, подарила. Теперь он тут у нее сидит на кроватке. Пошли на собрание. Ксюша нас там ждет. В 4 часа нужно быть там. У нас есть 10 минут. На машине за 5 минут мы доедем. Потом приеду и буду, наверное, начинать печь тортик. Все? Ты что делаешь? Я ими смотрю. Йогурт ешь? Почему за столом там не сидишь? Тут удобно? А? Удобно тут? Ладно, все, мы пошли. Через часик где-то приедем, наверное, может раньше. Мы закончили наше собрание. Дождик капает, все хорошо. Ксюше нужно искать практику. Срочно. Работать, работать. Практику нужно искать. Да, в ноябре, да? Ну, будем искать. А Маргоша нас ждет, оказывается. Маргошка. Ты решила, сколько сидишь уже? Час? Нет. Полчаса? 45 минут сидишь? Смотрите, какая радуга красивая. Дождик идет. Вон вторая, по-моему, появляется рядышком. Вот тут вот. Такая яркая. Красота. Так, я уже начала делать крем. Заварной. Сейчас он загустеет, я его уберу в холодильник, пока он там будет остужаться, я сделаю коржики. Пеку вот такие большие коржи, две это штуки. Это мое. Сколько раз спать у меня один раз? День рождения у тебя еще зимой, когда холодно это, будет. Да, как она? Фунтик. Еще много. Кажется, нужно сразу все вылить, да и все. Я решила все вылить сразу, не париться. И все сразу. Один коржик испечется, и я его сразу измельчу, и все, раз-два, и готово. 160 градусов. Сколько? Минуточку. Там толстый корж, наверное, минут 10. Поставлю на 10 минут, а там уже посмотрю, как он будет, готов или нет. Коржик сам толстенький.
что, корж у меня уже готов, он уже остыл. Видите, какой получился мягенький. И я его уже начинаю перемалывать вот в такую вот крошку. Вот, сейчас. И вот я уже подготовила подставочку. Макс, звук убавь немножко и форму. Потому что не хочу долго печь по одному. Все, посмотрите, целая миска получилась, полная. Все, теперь сейчас я доделаю кремушек. Крем у меня в холодильнике уже охладился. Я сейчас добавлю сюда немножко сливок. И будем взбивать. Смотри, какой торт получился. Огромный. Мне кажется, одного хватит, да? Это осталась крошка по бокам посыпать. И крем тоже остался немножко, чтобы потом намажу по бокам. Так, всем приветик еще раз. Снимаем уже на следующий день. Вчера, пока я сидела, вязала этого ленивца, до скольки? До 3 часов я вязала его, сидела. Сейчас покажу, уже подарила. И даже не вязала, не довязала. Мне нужно еще довязать ему эти ноготочки у него там. В общем, еще остались. В общем, потом я уже доделаю, я его подарила, и нужно доделать. И штанишки связать. Сейчас мы съездим в магазин быстро, нам нужно купить салфетки. Салфетки закончились. И что-нибудь попить, какие-нибудь напитки. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх. И кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. У меня здесь варится супчик тыквенный. Здесь печется тыковка. Что? А где ты его хранишь? Он у тебя даже не высыхает. А что за кусочки здесь? А, они сухие. Это сухой слайм? Да. Ага. Связала ленивца, но у него еще не готовые лапки. Ему нужно довязать вот сюда коготочки, такие как конусы. И штанишки. В общем, пока так подарила. Сегодня-завтра доделаю. Вот, стоять. Чего спорите? Почему ты не даешь ей играть? Мне никогда не... Всегда вот только он играет. Почему? Тихо. Макс, почему ты не даешь играть? Ничего не варится, сия. Макс. Не сия. Почему ты Ксюше не даешь играть? Ну так нельзя. Так что вы мне не даете помыться нормально? На столе не дают помыться, на диване не дают помыться. Нигде нельзя мыться. Скажи, что за люди такие? Ты уже такую открытку папе подарила, вот, 45 знак, а здесь 45 центов. Слушай, ты такая оригинальная, 45 центов, 45 франков хотя бы. Видите, 20, 25, 45 рапов. Маргарита поехала в торговый центр, там хочет папе что-то взять, подарочек какой-нибудь. Что мне нужно сделать? Я буду делать бутербродики типа канапе. И потом у нас будет супчик тыквенный, и потом будет тортик. Тыква печется, я сварила яйца. И... А вы будете кушать эту... Папа купил вам эти чикен наггетсы и картошку фри. Ну, тортик я уже посыпала крошкой. Вот, так что нормально все. Так, все, бутербродики готовы. Тут с рыбкой. Это яйцо, тунец с креветками, тут рыба. Все тут с сыром, а тут с маслом. И тут тоже... с яйцом и с тунцом. Время уже 4:32. Скоро Маргоша, наверное, приедет. И я сейчас буду пока суп делать. С днем рождения тебя! С днем рождения, Лео и Маргарита! С днем рождения тебя! Спасибо.
Так, все, гостей проводили? Я тут в твоих уже хожу. Эй, я вам была на какую-то. Это мои дети подарили. Такие вот классные тапочки. Это как тапочки. Они мне как раз. Да я шучу. Они видят как тапочки. Видно, как так. Кампус Адидас, на, держи. Только не будешь завязать, немножко затягивать шнурки? Они такие что? Толстые. Ты вот этот я уже... Вот этот она затянула нормально. Нет. Да. Ты как странно выглядит. Ничего не странно. А что с именно малей седмитис украл? А что тебе еще подарили? А что ты выбежим за Стас? Она сказала, что ты померила. Я хочу на малей. Я хочу это. Это очень красиво. Сейчас мы тут похозяйничаем немножко. Вот такая заколка. Хорошие. А, вот здесь вот костюм. Это картина? Да. Угу. Вот это какой-то костюм, да. Да. Тут штаны, то есть леггинсы и топ. Она сказала, чтобы ты померила, если тебе размер не подойдет, она поменяет. Видишь? О, прикольно, красиво. Как раз спортзал, да? Качество хорошее. И топ. Кисточка. А, это спина, смотри, открытая какая. Открытая спинка. Это такая вот футболочка. Вот еще одна. Yes. Ты хочешь, чтобы я тебя сняла? Привет. Привет. А я вам вопрос. А скажи, Чико, видео? Да. Ванду, пока! Она уже на русском говорит. Она наши видео смотрит. Грита ходила себе покупала. То, что денежку ей бабушка подарила. Она себе купила пижамку с такими... Это кто? Куала. Куала. Вот. В общем, такие вот пижамные штанишки теплые. Она прям очень так открыта. Ты не мерила? Ничего. Мне кажется, прям вырез такой квадратный. Она же есть такая. Там более круглая, а тут просто квадратный. Да. Здесь что же самое. Да. А тут квадратный. Окей. Просто более вот тут будет открыто у тебя. Она купила это. Ксюше тоже подарок. А, да, это самое дорогое было. Это пластинка. У нас, конечно, слушать нет магнитофона для такой пластинки, но это типа как коллекция, коллекционная пластинка, да? Вот она ей подарила. Свет везде горит. Везде свет горит. Нужно везде его потушить. А почему ты перешнуровываешь или что? Ну, они красивее, когда они этот лучше. Помнишь, как, когда я их открывала? Да. Такие, да. Они толстые были. У них вот было побольше. Красивее будет. Ну, нужно же померить еще, чтобы они у тебя с ноги, да, не сломались. Это. Не будут они. Они такие специальные даже. Да. Куда тебе? Вот на ночь глядя, ей надо гулять. Время уже. Между прочим, час ночи. Кто гуляет в такое время, а? Что, ребятки, буду заканчивать снимать влог. Я сейчас его смонтирую, потому что завтра времени у меня не будет. Мы хотим завтра поехать с Максом покататься на машинках, типа картингов. У нас называется гоу-кар. Поэтому завтра у меня времени не будет смонтировать. Смонтирую сейчас и завтра утром выложу влог. Всем заранее хочу сказать спасибо за поздравления, за ваши комментарии. Очень приятно. А на сегодня все. Всем пока и до следующего влога.